уже второй раз в истории брянского спорта город Фокино, а конкретно Шивенец, становится столицей соревнования по силовому экстриму. Благодари, брянщины, с чем я вас и поздравляю! Итак, организаторами нашего спортивного праздника выступили знаменитый учебно-спортивный центр «Триумф», город Фокино, филиал Российского союза боевых искусств Брянской области и управление по физической культуре и спорту Брянской области. Ну что ж, друзья, а сейчас нам с вами предстоит познакомиться с участниками сегодняшних богатырских игр. Участники готовы? Зрители готовы их встречать аплодисментами? Итак, богатырская наша сила! Есть еще богатыри на земле нашей! Не оскудела в сердцах молодецкая удаль! Я хочу каждого из них представить персонально. Я думаю, у вас будет возможность уже определиться, за кого же вы будете болеть. Итак, Андрей Синицын, мастер спорта по пауэрлифтингу, победитель Кубка Москвы, неоднократный победитель чемпионата Брянской области, победитель силового экстрима прошлого года. Представляю школу «Олимп», город Брянск. Владимир Карпов, кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу, призер областных соревнований, бронзовый призер прошлогоднего силового экстрима, представляет город Фокино, центр «Триумф». Александр Прелес, кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу, призер областных соревнований, серебряный призер прошлогодних соревнований по силовому экстриму, центр «Триумф». Алексей Воронин, кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу, призер областных соревнований, тоже центр «Триумф». Сергей Петрушин, мастер спорта по пауэрлифтингу, победитель и призер всероссийских и областных соревнований, поселок Мичуринский, Брянский район. Кирилл Асеев, кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу, призер всероссийских областных соревнований, тоже поселок Мичуринский. Сергей Горбатенко, кандидат мастера спорта по тяжелой атлетике, победитель и призер всероссийских областных соревнований по тяжелой атлетике, Дядьково, дом спорта «Электрон». И Александр Драгобужев, мастер спорта международного.
общероссийских областных соревнований рекордсмен Брянской области по троеборью. Центр «Триумф». С удовольствием приглашаю вам человека, который вывел эту команду богатырскую. Виктор Петрович Марочкин, мастер спорта по пауэрлифтингу, победитель и призер Брянской области, призер первенства России среди ветеранов.